У меня всегда с тобой хайс, и есть такой канал, это Якок НКН. Надеюсь, что я правильно произнес твой ник на канала. У него почти что 10 подписчиков, так что, чуваки, залетайте на этот канал, очень прикольный канал, и подписывайтесь, чтобы, чуваки, у него было 10 подписчиков хотя бы. И он вроде тут снимает, типа, как сделал про этого Влад. Это получается Майнкрафт, походу, тут, да. Он снимает Майнкрафт, ну и, наверное, тут еще с помощью монтажа еще делает, еще не знаю, может, анимация еще делает, потому что я пока что не смотрю этот канал, но мне он уже нравится, вроде такой прикольный, такой неплохой канал. Я начал всего лишь 2 недели назад, и уже 9 подписчиков, это реально очень круто, и чувак реально старается, так что, чуваки, залетайте и подписывайтесь. А дальше у нас здесь идет уже канал Скриновый Анимешник, вот 24 подписчика, так что, чуваки, тоже залетайте и подписывайтесь, потому что он снимает у нас, типа, Бургер Кинг за 1 рубль, бонусами спасибо влог. Наша игра тут еще про SARS вроде есть, играем в Roblox, ну и много чего другого. Да, и он за 4 месяца набрал 24 подписчика, так что, чуваки, залетайте и подписывайтесь. А вот дальше у нас идет канал, это Бесконечность и все. У него 12 подписчиков, и у чувака тоже мало подписчиков, ну как и у других, а то, что, чуваки, залетайте и подписывайтесь, потому что он снимает у нас тут вроде террарию, вроде он снимает, если я не ошибаюсь, вроде типа анимацию еще тут снимает, красавчик, молодец. Ну и немножечко Майнкрафт. Короче, вот такой прикольный канал, который за 1 месяц набрал 12 подписчиков, вроде неплохо, так что залетай и подписывайся. А вот дальше канал, это канал моего друга, то есть я его буду каждую неделю пиарить, потому что у чувака, конечно, прикольный, конечно, контент, но, правда, конечно, слабый ютубер, так что нужно, чуваки, поддержать его подпиской и лайком, да, подпиской и лайком, и, чуваки, залетайте, подписывайтесь на правый режим, у него 33 подписчика, вроде неплохо, вроде так поднялся. И чувак снимает у нас Браво Старс, ну и всякие другие игры, еще и на меня сделал пиар, тоже молодец, красавчик, то что залетай и подписывайся. И чуваки, а для тех, кто не знает, если вы не знаете, как сделать пиар, ну не пиар, а превьюшку для видео, то я сейчас, чуваки, вам покажу, как делать превьюшки на видео. Вот просто, чуваки, заходите в Яндекс и, ну, например, вот, напишите «Растение против зомби», если вы снимаете эту игру, ну, то просто, про любую игру, которую вы снимаете, просто, ну, это, например, вот, например, напишите «Растение против зомби», вот, потом «Найти», и потом вы выбираете картинки, да? А потом, тут, конечно, можно, любую картинку выбрать, а как вам больше всего нравится. Например, вот такую, может, такая смешная, прикольная картинка, но мне, в принципе, не очень нравится, на самом деле, конечно. Так, сейчас. Или вот такую прикольную картинку вот можно, типа, скачать. Вообще-то я хотел другую картинку, а не вот эту. Ну да, конечно, фиговая вот эта картинка получилась. Лучше вот эту картинку скачиваем. Типа, не сейчас. Так. И, чуваки, а как вы видите, она у меня скачивается. Вот она у меня скачивается. Уже скачалась. И, чуваки, потом заходим уже в творческую студию YouTube. Сейчас покажу. Вот дальше, чуваки, вы просто заходите на панель управления. Панель управления. И просто вот заходите на, например, вот такое вот видео. Вот. У тебя пиар-канал и плюс прохождение «Растения против зомби» 5-я часть. И потом просто нажимайте на этот карандашик, просто вот, на этот карандашик, вот. И потом, чуваки, просто нажимайте на него опять, и потом, видите, изменить. Вот, нажимайте изменить, так, что у меня не получается. Это, чуваки, вот, если что, это у меня для монтажа, если кто не знал. И просто вот здесь вот выбрать, нажимать выбрать и сохранить. И потом, чуваки, нажимайте опять на кнопку YouTube, и потом, чуваки, вы просто переноситесь на свое видео и можете поставить себе лайк. Вот так, короче, чуваки, надо делать превьюшки на канал. А вот дальше идет у нас уже
Мы сегодня поиграем в такую игру, это вроде Vloggers это Live. Но вообще, конечно, я хотел YouTubers Live там скачать, просто захожу в Playmarket и хочу скачать эту игру. Она, чуваки, там, к сожалению, платная, и через Google Play, то есть через Яндекс, ну там, Google, я пытался скачать эту игру, но не получилось мне. И если такая вот игра, я помню, я в нее играл раньше. Ну, там до 1 000 000 подписчиков потом дошел и потом все уже закончил. Ну, не очень, конечно, интересная игра, но... Ну, хоть что-то снять мне надо. Да, и, к сожалению, чуваки, придется играть в таком экране, так что если, чуваки, вы смотрите меня с телефона, так что вот так лучше делайте, да? А, вертикально. А, приветствуем, вы Vloggers Gloverel. Готовы стать интернет-звездой? Конечно. Я интернет-фея, господи. Сейчас сначала о главном, как вы выглядите? Ну... Давай такой тогда. Продолжить. Если что, чуть у меня горло болит, и глотать больно, короче, чуваки, вы понимаете, да? И вот почему мне сейчас сложно говорить. А, отлично, а теперь придумаем название канала. О, хайспой, давай. Обычно, конечно, мне не очень нравятся такие игры. Ну, а когда придется играть по вертикали, как сейчас. Ну, что потом по телевизору смотришь, а там в маленьком экране продолжить. Да, теперь у меня еще и горло болит. Это ваша спальня. Ой, я хотел сказать, профессиональная студия Vloggers. Давайте приступим к созданию вашего первого видоса. Начать. Выберите любую из этих тем, через какая из них сегодня в тренде. В тренде? А, книги нет, туризм, ну, может быть. Еда, собаки, спорт, музыка, фильмы. Я что-то не знаю, что сейчас в тренде, что-то не помню. Давайте, чуваки, будем вот так, по порядку. Исследую, осталось 2 минуты. Создавая видео, нажимайте на экран, чтобы ускорить процесс. О, я буду нажимать. Наверное, вы сейчас будете слушать, как я пальцами вот так делаю, типа, да? Да, когда я играл в эту игру, я прям вот пальцами прям так прям нажимал, что аж, блин, отваливались у меня. Опубликовать. Я опубликована. Текущая тенденция. Вирусная. А, коронавирус. Получил 367 подписчиков. Чё? За одно видео 367 подписчиков? Вот бы мне так, а. Мастерство. Запомните строку, чтобы выиграть. О, Майнкрафт! Кубики, квадратики. А, видео первое. Понятно. Ой, что-то я пропустил. Не забывайте прислушаться к вашим зрителям, чтобы понять текущие тренды. Комментария еще нет. О, когда будет следующее видео? Отвечать на них можно? Посмотрим, вы никогда не играли. Это все неправда. А, типа плохие комментарии, да. Хейтеры. Лично вы будете продолжать получать новые комментарии, поэтому проверяйте почаще. А главное, не завортачить. Супер, а теперь надо купить что-то, чтобы улучшить видеозаписи. И что? У меня сейчас горло просто ужас как болит. Офигеть. Каждое новое видео будет вам еще больше просмотров. О! Теперь вы знаете все о создании видео. Будете как дома и создаете новые. Там еще вроде на улице потом можно потом. Давайте забавные. Пишите производство. А, вот, давай. Тут еще где-то вот какой-то еще кофе еще потом летало. Там, где потом он вроде ускорял процесс, что ли? Да, он вроде ускоряло. Я надеюсь, что вам приятно. Вот что. Посмотрите рекламу. Ну ладно, давайте.
Так, я пока что потом уже разделю видео, а то вдруг не запишется, что я знаю. Вот такое видео готово, можно опубликовать, да? Ва, вот, опубликовать. О, да ну! Ничего себе, 41 рубль. Ну, неплохо, в принципе. Смысле, 40, чтобы выиграть, ага. Что? За 1000 подписчиков дают кнопку, что ли? Да ну, не верю. Вы достигли 1000 подписчиков, вы выиграли эту удивительную кнопку. Типа деревянная кнопка. Ну, в реальной жизни, наверное, такой нету. Только в игре. О, 400 тысяч, 700 тысяч. Миллион, два, четыре. А это какие можно? 50 миллионов. У-у-у! Я буду как PewDiePie. Отлично. Макс. Так, о. Ну, комментариев, в принципе, не очень много. И, ну, короче, буду вот так просто лакать, потому что читать как-то не хочется. Ага. У-ху! Ведь, конечно, когда детская, конечно, игра, но вообще прикольно. А ну-ка, давай-ка еще делать видео. Так. Ага. У-ху! Ладно, давай, все. Так. О, галерея. Ну, не галерея, а гардероб. Что я сказал? Аж ничего нового нету. Жалко, конечно. У него что, ёбка, что ли? О. О, пусть у нас будет Нига. О, не-не-не. Пусть такой будет у нас, типа, армяшка, что ли. О, потому что новенькая, что ли? Ай, пошел на всю жопу. Так, что сейчас у нас такое есть? О. Какая ничего юбка? Я не девчонка, я мужик. Чё это такое? 1013 подписчиков. Неплохо. Да. А где тут видео делать? А, вот все. Да ладно, все, все, все. Как там убрать? Все, давай начинаем видео делать. Надо больше делать видео. О, давай про кошек. Как наш этот сливки шоу. Сейчас завершить создание видео нужно. Ё-моё. Конечно, хочу. Там еще какой-то ананас. Моргенштерн, это ты? Моргенштерн, что с тобой стало? Короче, вот так будем делать. Еще потом скоро кофе еще появится какой-то, с помощью которого потом у нас будет еще быстрее. Скорость видео, это будет очень круто. Вообще по кайфу. Да, 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 вообще у нас, чуваки, смотрите, как видео теперь. Блин, жалко. Вообще, конечно, круто получается. Давай, 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 господи. Где опять кофе? Где мой кофе? Альфред, где мой чай? Да хватит, господи, сдохни ты наконец или нет, а? Сделать огромное видео. Вообще, нахрена тебе 30 минут видео делать? Это есть прохождение еще, ладно. А-а-а-а. Господи, наконец-то сделал видео. Кофе ты поздно. Да ну нафиг. Вы что творите? Текущая тенденция. А может это к лучшему? О, 5000 подписчиков, что ли? Мастерство.
Ну, если так в реальной жизни снимать, не знаю, может быть, я реально так могу набрать тоже подписчиков. Давайте сделаем это. А, нет, спасибо. Минтку, я совсем забыл показать вам коробочные доставки. О, боже мой. Где вы можете управлять своими коробочными доставками, я покажу вам, как работает первое. Бесплатно. О, круто. О, боже, опять эти юбки, нафига, я же мужик. Эта доставка снабжена таймером, поэтому я бы на вашем месте брал ее всегда, когда это возможно. Хорошо. Ладочек, давайте на этом закончим лучше. С вами был Хайс. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик. Всем удачи, до скорой встречи, всем пока-пока.